Еще один снежный городок открыли на площади перед Дворцом культуры «Родина». О том, как это было, мои коллеги расскажут прямо сейчас. Третий снежный городок в Бердске открылся в канун Нового года возле Дворца культуры «Родина». Вокруг елки возвели снежные стены с башенками, а внутри пара снежных фигур и горки для всех возрастов. Их уже успели по достоинству оценить горожане. Мне очень понравилось. Буду кататься на Новый год, приду, может быть. Мне нравится. Как будете Новый год проводить? Что будете делать? Я буду на Алтае на лыжах кататься. Мне нравится то, что, тут весело. На открытии снежного городка выступили артисты Дворца культуры «Родина». Поздравить берчан с наступающим праздником пришел замглавы города Сергей Носов, заметивший, что для Бердска уходящий год был хоть и непростой, но удачный. Хочу всем вам пожелать здоровья, счастья, успехов, тепла и любви в ваших домах. И уверен, что как бы вы ни убегали от нового счастья в новом году, оно вас обязательно догонит. Всего вам доброго! Городок на площади пустовать не будет, заверила директор Дворца культуры «Родина» Людмила Чуркина. На новогодних каникулах здесь пройдет немало интересных представлений. Очень хотелось бы, чтобы ребятишкам было здесь удобно, чтобы было интересно. Мы приготовили разнообразные программы на новогодних каникулах и возле елки, и в нашем Дворце культуры. Будут много представлений новогодних. Утренники, сказки, концерты. И как водится, на открытии городка не обошлось без Деда Мороза и непременного новогоднего хоровода под елочкой.